В пятницу в Одессе состоялось выездное заседание коллегии Государственной миграционной службы Украины. Одесский городской голова Геннадий Ильич Труханов принял участие в заседании коллегии. После заседания рассмотрения повестки дня члены коллегии посетили Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета. В связи с тем, что в последние годы в рамках проводимой реформы одним из важнейших направлений в работе Государственной миграционной службы и органов местного самоуправления является децентрализация услуг, оказываемых населению, в том числе и оформление биометрических паспортов, миграционная служба передала органам местного самоуправления, то есть нам, функции регистрации места проживания, наше взаимное сотрудничество является одним из приоритетов. Поэтому глава миграционной службы Украины Максим Юрьевич Соколюк и все члены коллегии, руководители всех областных территориальных управлений миграционной службы Украины посетили Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета по адресу Косовская, 2D, ознакомились с нашей работы. Хочу отметить, что глава миграционной службы очень высоко оценил тот уровень сервиса, который оказывается населению, и подтвердил дальнейшее наше сотрудничество с Государственной миграционной службой. Хочу напомнить, что Одесса в числе первых городов Украины с 1 октября 2014 года приняла функции фронт-офиса миграционной службы по услугам регистрации места проживания населения и их паспортизации, стала одним из пилотных городов. У нас есть опыт реализации проектов, и мы надеемся, что в дальнейшем мы этот статус города-пилотника тоже будем поддерживать.